Джозеф, ты не должен умереть. Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить «Зло внутри», эпизод 14 «Скрытые мотивы». Вот мы провалились, я так понимаю, в метро. Вот. И теперь нам нужно до сих пор, как бы, остается та же цель, найти тот поезд. По которому мы сможем перебраться в больницу Маяк. Так, там развалина. Здесь у нас ничего нету. Нет. Спускаемся в метро, посмотрим, что нас тут ждет. Автомат. О, да ну нафиг. Давим крысенышей мелких. И все. Прикол. Так, вон баночка. Так, здесь вроде светло. О, давайте порыщем по ящичкам. По камере хранения. Все. Ничего больше нету. Дверца. Оп. Мина. Попробуем обезвредить. Есть. Отличненько. Так, здесь у нас все, да, получается? Ох, аптечка. Так, 26-й фрагмент, аптечка. Граната. Здесь у нас что? Спички. Отлично. Помним, да, что мы купим 50 тысяч. На гарпун. Там он будет, как написано, дополнительный урон приносить от огня. А огонь — это хорошая штука. В втором ящике пусто. Так, слышу рычание. Это засранец. Ну давай, подходи на раздачу. Нифига он тут наставил. Попробуем. Ага, нет. Не получилось. Ладно. Делаем так.
нас одна. Давайте попробуем еще раз обезвредить. Здорово. И 1000. И здесь 1000. Так, у нас есть шприцы. Отлично. Давайте используем шприц. Я думаю, где музыка-то играет? Так, в больницу заходить не будем. Почитаем просто журнал. Письмо Майры. Мой милый Себастьян, если ты получил это письмо, то, боюсь, случилось худшее. Это означает, что я подобралась слишком близко к разгадке. Это означает, что, возможно, мы больше никогда не увидимся. Извини, что не была с тобой откровенна, но я хотела тебя защитить. Либо от правды, либо от моего безумия. Здесь копии моих документов. Надеюсь, они никогда не попадут к тебе в руки, но если все-таки ты их получишь, тогда ты должен закончить то, что я начала. Пожалуйста, добейся правосудия. Ради Лили. И ради меня. Люблю тебя всем сердцем, Майра. Что же Майра такое откопала-то? Даже интересно. Будем искать следующий дневник. Может, там нам скажут. О, нифига ты. А я тебе сказал... Ух ты. Да чтоб тебя. Сказано лежать. Да нифига они так резко вставать стали. Ух ты! Так, не так резко, эй! Ну давай ты, очухивайся, но... Здесь я его не ждал. Со светящимися глазами. Тика. Так, патрон для снайперки. Да чтоб вас... Оставят вечно. Так, ну, вроде ничего мы не пропустили. Давайте-ка. Отлично, добрались до контрольной точки. Так, что здесь мы имеем? Опа. Ну-ка, давайте-ка. Где у нас снайперская-то? Один патрон, блин. Ладно, давайте используем на двойника Рувика. Как раз этот... Снайперский один патрон. А ему пофиг. А-а-а. Так, готов. Thank you.
Есть. Единственная печаль, что патроны быстро улетают. Ух ты, с автоматами еще там. Готов. Yes. Так, здесь мы все подобрали, да? Отлично. Баночка. Ой-ё. Да чтоб тебе стоит и ровно. Так, от тебя ничего, да, не выпало. Давайте-ка тебя подожгем. Это двойник Руби, когда сюда долетел. Попробуем обезвредить. Здорово. Так, баночку пропустили. Целых 500 очков. Спички. Угу. Капкан. Так, а этот у нас со снайперской, да? Все снимем. Ух ты! Толстяк! Блин. Отлично. Thank you.
Думаю, он сдох. Да чтоб тебя! Зачем ты бутылку-то подобрал? Оставили тут. Что здесь, ничего нету, блин. Давай, прыгай. Тут можно будет обойти. А, не забыть про ключик. Где-то здесь должен быть путь наверх. Что мы почти добрались. Это радует. Что ты застрял-то? Скажи мне, что там? Ух ты! Ты-то откуда взялся? Это вообще нормально или как? Не хочу я аптечку тратить, блин. Да что у тебя? Почему не пройти? О! Так, давайте. Вот и аптечка. Отлично, давайте-ка сразу ее. Я надеюсь, никто не против. Ключик. Так, у нас целых два ключа. Круто. Еще 9000 осталось. Можно будет делать гарпун. Фу. И что? Замуровали демоны. Так, к нему не пробраться, да?
все. Здесь больше нет ничего. Да чтоб тебя. Патронов садили, он еще живой. Так. Вот эти дыры мне не нравятся. Так, я знаю, что ты живой. Иди сюда. Отлично. Еще одна там ловушка электрическая. Что за нафиг? Воу. Бедная крыска. Здесь есть дневник. Отлично. Дневник Себастьяна Кастеллана, 20 декабря 2012 год. С тех пор, как я получил пакет от Майера, никаких новостей. Боюсь, придется нанести эти улики начальству. То, о чем говорит Майера, ужасно, и, возможно, след ведет наверх, в те круги, до которых мне не дотянуться. Но собранных ей доказательств достаточно. Теперь я убежден, что смерть Лили не случайность. В конце концов, они признали, что Майра исчезла, но отказываются подключить меня к расследованию. Говорят, из-за того, что я родственник, но мне кажется, что они считают меня подозреваемым. Расследование зашло в тупик. Ради своей семьи я продолжу его в одиночку. Что это было опять? Гори. Отлично, для снайперки взяли.
Что это за? Да ладно. Во дела. Я боюсь представить, что это за тварь. Фу, какая мерзость, друзья, а? Фигня льется тут. Ой, ё. Я что-то растяжку-то не увидел. А ну-ка давай-ка. Ох ты! А, и меня тоже задевает, что ли? Быстрей, быстрей, быстрей. Черт. Нужно быть осторожней. Это точно. Блин, боюсь этих труп. Да твою мать, а? Я аж дернулся. Чтоб вас. Один патрон, а? Один чертов патрон. Так, вот сюда мы не ходили еще. Фу, на грани просто. Ключик отлично, и баночка. Еще 5000, друзья. Все, уходим отсюда. Какое-то место такое. Так, гранаты полные. Предохранитель. Высоковольтный предохранитель из распределительного щита. Целый, можно использовать снова. Отлично.
Отлично, воду спустили, а там поднялась. Так, здесь у нас ничего не валяется нигде. Что еще там подобрать? А, еще банка. Отлично. Так, там кушает. Давайте сзади подкрадемся. Да ну нафиг. Я не хочу туда подкрадываться. О, аптечка. Отлично, патроны для дробовика. Для пистолета. Так, опять электричество слышу. Ящики не разбить. Вас только не хватало еще. Держи. Так, не успел. Надо было сразу бежать и поджигать его. Что, паса? Держи. В голову. Блин, почему поджечь-то нельзя было? Болты сделаем. Очень много тварей, очень много. Еще один предохранитель. Какая-то фигня выросла. О, держи.
Блин, еще один. Ух ты! Почему у меня стоит такой болт? Как-то неосторожно, неосторожно я. Оп, еще один. Блин. Откуда вы беретесь-то, а? Твари. Еще один. Держи ты. Гори. Еще не выпало. Так, что за звук-то был? Кто рычит еще? Что за тварь? Отлично, друзья, 50 тысяч. Теперь остается найти комнатку. О, я слышу мелодию. Комнатка близко. Здорово. Патроны возьмем. Аптечка. Так. Патроны что-то... Сейчас что-то будет, короче. Я почему-то так думаю, потому что патроны... Патронов много лежит. Еще один фрагмент. Это каски какие-то. Ну что, давайте.
У нас еще три ключа, кстати. Так, не свежие прессы. Где наша медсестра? Странно. Так, у нас мы тут все позабирали, да? Давайте-ка. Давайте, допустим, этот. Отлично. 10 000. Здорово. Давайте, который рядышком. Аж две штуки. Давайте какой-нибудь нижний. Еще 5 000. Давайте-ка посмотрим на карту. По-любому мы пропустили или фрагменты от карт. Так, где там болты и гарпун? 50 000 есть. Еще 15 000. Что можно сделать на 15 000? Выносливость, рукопашку нафиг, лечение шприцами можно увеличить, как раз 15 000. Отлично. Здорово. Горящий гарпун. Так вот, я не понял, куда у нас медсестра делась. Точка. Лифт. Черт, не работает. Как раз у нас 3 штуки. Черт побери. Я вам кто, электрик? Ну да, блин. Опа, она. Ребята, жесть. Надо выбрать магнум. У нас патроны-то, интересно, от магнума тем более есть, нету? Быстрей, быстрей, быстрей. Так, 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 так. Магнум. И выбираем его. На 2, пускай будет. 6 патронов всего. Так, отвали. Что у меня за стрелка-то появилась, а? О, чё за газ? Тупик. Держи. Держи. Нравится тебе? Так, это кончилось. Какие-то глисты. Фу.
поймал. Я думаю, ему ни капельки не нравится, да? Промазал, блин. Еще раз. 5 листы. Где ты? Ух ты. Так. Давай, давай. Еще живой? Я думал, он сдох, если честно. Блин. Ну где ты? Сдох? Не понял. Что за красное? Такие же штуки от Рубика летали. Ну, друзья, это было близко. Что еще у нас здесь есть? Больше у нас ничего. Ух ты, открылась дверка. Давайте-ка посмотрим. И там что-то открылось. Комната с ништяками, отлично. Вот такие сюрпризы мне нравятся. Так, давайте-ка посмотрим, что здесь. Баночки. Все, отправляемся в лифт. Мерзкая, конечно, мерзкая тварь такая была. В принципе, не такой сложный, он просто какой-то неприятный босс. Еще. Ух ты, ключик. Ключик — это хорошо. Я думаю, он не встанет.
Секундочка. Я думал, ты еще будет. О! Вас. Ждет. Смерть, наверное. Боль. Чуть-чуть не угадал. Рувик. Давай, 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 бегом, бегом. Почему-то я так и думал, что куда-то переместят опять нас. Ты снова опубликовал мою работу под своим именем. Думал, я не узнаю? Я оказал тебе услугу. У тебя нет ни дипломов, ни званий. В приличном журнале ты бы никогда не напечатался. Никто даже не знает о твоем существовании. Ничего, узнают. Я превзошел вас во всем. Это уже не важно. У меня есть все необходимое. Осталось только претворить теорию в практику. Точно. Именно поэтому мы здесь. Мы? Ты не посмеешь. Тебе не удастся закончить работу без меня. Вот именно. Хочешь, чтобы я тебя пожалел? О, нет. А, отвали. Да упади ты уже, а? Ну отключай. А как так-то? Ты баночка. Какой ты быстрый-то, а? Включай его, давай. Ань, пока собирал эту жидкость. Какой-то вот есть что? Так, 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 так. А, не успел. Ладно, держи еще. Что, дорогие друзья, эпизод пройден. Всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я всех благодарю за просмотр. Увидимся в следующем эпизоде. Всем пока!